Умные дворы появились в Жесказгане. За детскими площадками и в целом за благоустройством теперь будут следить в полиции. Местные власти надеются таким образом сделать город безопасным и чистым. Репортаж Марины Неватовой. Новая область Улутау образовалась больше года назад, и за это время произошли значительные перемены. Преобразования в социальной сфере, благоустройстве областного центра Жесказгана радуют местных жителей, особенно юных. Новые качели, горки, карусели появились в десятках дворов. Утро в семье Иркибулана Смаилова теперь начинается именно с детской площадки. Мужчина выходит на прогулку с маленьким сыном. Возле дома, прям во дворе, приятно, когда вот такое есть, где можно детям поиграться. С утра мимо не проходим просто, постоянно, обязательно в день пару раз покачаться на качели, рады здесь вокруг. Чтобы любимые качели долго оставались целыми и приносили радость, а дети гуляли в безопасном месте, во дворах работает видеонаблюдение. В местном акимате отмечают, что в объективе и мусорные контейнеры, что очень важно для чистоты. В рамках проекта «Умный двор» в 66 дворах установлены камеры, и до ноября планируем установить еще в 25 дворах. Эти камеры соединены с Центром оперативного управления полиции. Если на детских игровых площадках будут правонарушения какие-либо, также если на мусорных площадках люди будут оставлять крупногабаритный и строительный мусор, полиция будет принимать меры. Камеру, наверное, поставили вот органы внутренних дел, чтобы никаких вот преступлений, наверное, на детских площадках не было. Чтобы за детьми как-то вот смотреть, наблюдать. Ну и хотелось бы, чтобы вот этих, как мародеров, или как назвать, ну, которые ломают, тоже привлекали к ответственности. А эта площадка одна из первых сейчас по городу. И родители с других районов приходят сюда играться со своими детьми. На улицах и во дворах Жесказгана установлено более 600 камер видеонаблюдения. До конца года заработают еще 200, обещают в отделе жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели из бюджета уже выделено 200 миллионов тенге. Марина Иниватова, Жанайдар Рахимжанов, Автонатаймс, из области Улытау.